прошлом году в Киево-Автодоре полиция и прокуратура провели обыски и аресты по делу о растрате бюджетных средств. Больше месяца «Актуальная правда» пыталась получить комментарий от директора предприятия Александра Густелева. Ни на работе, ни дома его поймать не получилось. То, что он скрывается от журналистов, говорит о том, что именно он и возглавляет банду коррупционеров Киева-Автодора. Выяснилось, что его жена Елена Густелева работает в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, и через ее руки проходят личные дела всех судей. Наверное, именно это помогает Александру уходить от ответственности. «Актуальная правда» приехала под стены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, дабы получить комментарий от Елены, но ее на работе не оказалось. После чего активисты провели акцию, чтобы донести общественности суть коррупционной деятельности Александра Густелева. «Актуальная правда» добьется ареста коррупционера Густелева.